Дорогие друзья, после большого перерыва, вызванного моим отъездом из России, я вновь начинаю видео лекции. Не только аудио лекции, которые я практически не прекращал, но и видео. Теперь мы буду читать не из своего очень мною любимого кабинета в Москве. Естественно, не с открытых площадок, как это было до того, а я буду их читать с моего кабинета в университете Масариков, был но. Так что, видите, здесь и книги за моей спиной, в основном на чешском или на других европейских языках, и реалии как бы другой культуры. Ну, такова жизнь. Будем надеяться, что наступит момент, когда я снова смогу вернуться в Россию и даже смогу прочесть дальше, продолжать читать лекции уже в привычном для вас окружении. И еще я хочу сказать, что кроме обычных лекций, которые я уже читал, два курса «История религий» и «История России XIX века», я думаю предложить вам и новый курс, о котором, естественно, лекция, которую я также буду объявлять. Это курс новейшей истории России». Вот последняя полемика о 90-х и 2000-х годах, которая произошла из-за фильма ФБК, Трехсерийного, она заставила меня подумать, что большинство людей в России, вообще русскоязычный мир, он плохо знает нашу новейшую историю. Ту историю, в которой люди реально жили – тех, кто живут сейчас, которые помнят десятки, сотни миллионов людей, э, как свою собственную жизнь. Вот ее уже представить в контексте историческом тоже очень важно. В сущности, это у меня уже есть в истории России 20 века. Но, во-первых, те главы мало кто читает. У нас не очень любят читать книги, и, во-вторых, эти главы, написанные ну, в основном 20 лет, сколько, 10 лет назад, они, 15 даже лет назад, они, безусловно, уже сейчас во многом нуждаются в переосмыслении. В целом я буду рассказывать, придерживаясь курса истории России XX века. Ее разделы, ее тексты будут и тем, что я буду предлагать вам. Но я оставляю за собой право делать новые вставки, ссылаться на новую литературу, давать новые объяснения ну и, ну, естественно, добавлять видовой ряд. Так что это будет третье направление, которому вот будут посвящены мои лекции. История религий, история России XIX века и новейшая история России. Итак, дорогие друзья, в добрый путь. Жизнь меняется, обстоятельства меняются, но часто не к лучшему. Но мы должны, пока есть силы, продолжать делать главное. Главное дело учителя – учить. И этому я буду продолжать посвящать свою жизнь, пока есть силы.